В Октябрьском районе Новосибирска выстроена новая больница. Накануне ее открытия на собрании персонала «Мысли и чувства коллектива» выразил главный врач больницы Думан. Партии и правительство всегда проявляли и проявляют большую заботу о сохранении здоровья нашего народа. Принимая сегодня эту прекрасно оборудованную больницу, мы приложим все наши знания, силы и способности, чтобы люди, самый ценный капитал советской отчизны, нашли здесь наилучший уход и заботу. Действительно, забота проявлена немалая. Все здесь продумано и устроено так, чтобы находящиеся на излечении не чувствовали больничной обстановки. Все палаты радиофицированы. С каждым годом все больше средств расходуется у нас на усиление охраны здоровья народа. В новой больнице 250 коек. Хорошо оснащен кабинет физиолечения. Новейшее отечественное оборудование в рентген-кабинете. Операционная. Лаборатория. Новая больница – большой вклад в дело охраны здоровья трудящихся Новосибирска.